внутри Каабы и снаружи шли ремонтные работы. Для нас поставили помост. По специальному разрешению короля мы вошли внутрь Каабы. Мне разрешили остаться там, сколько понадобится. Король Фахд объяснил, что можно обратиться к Аллаху с просьбами, которую он непременно выполнит, если не сейчас, так потом. Меня часто спрашивают, что же я просил. Видит Бог. Прежде всего я просил благоденствия моей стране, народу, казахам моим.